они водители маршрутных автобусов в 1913 году. Рабакову Роману Николаевичу. Аплодисменты. Вы заняли почетное третье место в ежегодном конкурсе. Вы получаете сертификат на сумму 15 тысяч рублей, а также приз от наших спонсоров Сбербанк Лизинг и, конечно же, ценные подарки. Сертификат на сумму, ставки повышаются, 20 тысяч рублей. Выдан Ганишев, второе место в конкурсе профессионального мастерства среди водителей маршрутных автобусов. Эйбергу Алексею. Ваши аплодисменты, дорогие друзья, мы все вместе поздравляем Алексея, он получает сертификат на 20 тысяч рублей и ценный приз от наших спонсоров. Соня. Наших спонсоров.
уважаемые ветераны, а для вас еще есть...